Вознаграждение за поддержку развития проекта. Проект BitClave, собравший недавно во время продажи токенов более 25 миллионов долларов за 32 секунды, в качестве благодарности участникам сообщества внедрил систему поощрений Proof of Fan. Сбор средств уже прекращен, но для тех, кто хочет помочь, есть возможность получить бонус и попасть в белый список. Для этого пользователям необходимо опубликовать видео, подкаст или статью, поделиться мнением, отзывом о BitClave блоге и отправить ссылку в чат BitClave.